В деле Банка Ватикана появились новые фигуранты. В пятницу в пригороде Рима был задержан епископ Нунцио Скарана. Он работал в администрации церковного имущества Святого Престола, главном казначействе Ватикана. Помимо него арестованы сотрудник итальянских спецслужб и брокер. Газеты вышли с заголовками «Отмывание денег в римской курии. Папа беспощаден». По информации журналистов, задержанные пытались перевести из Швейцарии в Италию 20 миллионов евро. У священников и у епископов очень много денег, и никто не знает их происхождения. Кроме того, у них есть право на открытие счетов в Банке Ватикана. Я думаю, что в будущем стоит его ограничить, считает специалист по Ватикану Марко Политти. Институт религиозных дел, больше известный как Банк Ватикана, считается одной из самых богатых и непрозрачных финансовых организаций в мире. По разным данным, его активы оцениваются от 1 до 6 миллиардов евро. По фактам коррупции и отмывания денег в 2010 году итальянские власти начали расследование. Конечно, новый скандал поможет ускорить реформы и реорганизовать всю финансовую систему Святого Престола. О намерении навести порядок Папа Римский Франциск говорил в первые дни после избрания на престол. Накануне он заявил о создании папской комиссии по проверке финансовой деятельности банка. Институт религиозных дел был создан в 1942 году для управления активами Римско-католической церкви.